открылась 16-я по счету выставка молебном и выступлением одаренной сочинки Геры Аристовой. Несмотря на тяжелое генетическое заболевание, у этой хрустальной девочки невероятный голос, а главное – сильная вера и надежда. Эти качества отмечают представители духовенства, самые важные в православии. И выставка православия – важное событие в духовной жизни нашего края. Ежегодно сюда съезжаются десятки религиозных деятелей. Это чудо, то, что в нашем курортном городе проходят такие выставки. Каждый имеет возможность не только прийти в свой храм, но еще прикоснуться к каким-то святыням, которые сюда привозят, ну и подать записочки в монастыри, чтобы помолились еще где-то. Культурную деятельность, православные святыни, чудотворные иконы, образа святых и другое храмовое убранство представляют более 50 монастырей и храмов со всех уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья. У нас впервые присутствует патриаршее подворье Николая Чудотворца из города Бари, из Италии. И можно преклониться, и можно для себя приобрести миру от иконы, от частичной мощей Николая Чудотворца. Много чудотворных икон, много духовенства здесь, где можно с ними встретиться. На выставке также представлена эксклюзивная церковная литература, свечи и ювелирные изделия. Помимо духовных ценностей, посетители смогут приобрести мед, северные грибы, ягоды, лечебные бальзамы, мази, травы, постную продукцию и изделия из гобелена. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы священникам и увидеть художественные и документальные православные фильмы. Время работы выставки с 10 до 18 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.